Новый тренд среди браконьеров. Люди в майках. В столице задержаны два подростка, которые устроили рыбалку с подъемником на Чижовском водохранилище. Браконьерами оказались 17-летние минчане. Ранее ребята уже привлекались к ответственности за торговлю рыбой. Один из них имеет судимость за грабеж. Молодые люди были готовы к тому, что станут героями криминальных сводок, поэтому решили перестраховаться, проявив изрядную изобретательность, спрятав головы. Чтобы избежать ответственности, они спрятали свои лица под майками. И так маскировались и надеялись, что их никто не узнает. Тем не менее, по звонку очевидцев наши инспекторы выехали, и им удалось задержать этих браконьеров. При задержании они пытались скрыться, сначала бросились вплавь, потом спрятались под водопадом.